Всем привет! Будем продолжать играть в моем моде. Сегодня вам буду показывать найденный мной баг. Смотрите, в Грэнни же нет пробела, то есть нельзя прыгать. Мы никак на кровать не сможем запрыгнуть. Но я нашел интересный баг, с помощью которого можно залезть на кровать. Смотрите, подходим вплотную к кровати и бросаем вазу. Но надо это делать быстро, потому что бабка придет. И идите вперед. Так, она сейчас, скорее всего, меня уже грохнет. Так, мы уже на кровати. Надо еще дальше пройти. Все, мы прошли, успели, похоже. А, успели. Ой. Она меня все равно грохнула. Прикол. Давайте воспользуемся этим багом и попробуем позалезать везде. По всему моду. Это же если недалеко ушел по кровати, надо было к стенке встать. Видите, в чем сложность? Если мы возьмем вазу и просто на один этап залезем на кровать, надо обязательно присесть. Так, не успеваем, надо же быстро. Так, идем, 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 идем. Давай, давай. Тут, о, залез и дальше. Есть, давай, давай, давай к стенке. Все, подошли к стенке. А, смотрите, она подумала... Так, ну я опять сюда. Все, ты меня не тронешь. Так, я прошел сюда. Бабка думает, что я в ванной, видимо. Сейчас здесь пройдем. Ладно, спрыгнул. Ничего страшного. Смотрите, она с дубиной здесь стоит. Так... Ладно, она про меня вообще забыла. Давайте сходим, пока она здесь, на открытый дворик. Потому что здесь можно будет позалезать на сундуки вот эти, так скажем, на ящики. Давай. Но тут тоже нужно быстро, потому что бабка же меня также может убить. Да, что-то я долго. Есть, мы в сундуке. Давайте в сундук залезем. Смотрите, мы смотрим прямо из сундука и, похоже, можем вылезти. И будем опять в нем, но он уже открыт. Да, это прикол. Давайте встану. Я из него никак не выпаду, потому что я нахожусь в нем. Чтобы мне вылезти, нужна обязательно ваза. Давайте опять залезем. Мы опять крышку закрыли. Крышку открыли. Так, сейчас будем пробовать вылезать. Это, в принципе, неплохой баг, ведь. Потому что можно вылезать и залезать в такие места, где бабка нас не может тронуть. Значит, этот баг полезен. Так, ну, вылезти, конечно, можно. Надо обязательно идти вперед. То есть, когда кидаете вазу, бросаете под ноги. Так, давайте попробуем на гильотину залезть. Вот здесь уже бабка, скорее всего, слышит все. Так, на гильотину, может быть, и нельзя залезать. Так. Залез. Так, ты меня не тронешь. Все, убила меня на гильотине. Но не самой гильотиной убила, а дубиной. Наверное, никто еще не залезал на гильотину вот так. Так, давайте сейчас заберем эту вазу и полезем на остальные кровати. Полазаем. Потом можно на диван попробовать залезть. Так. На открытый дворик. Вот здесь, наверное, некуда залезать. Здесь тоже все очень высокое. Здесь на сам домик, скорее всего, мы не залезем. Очень высокий. На колодец тоже не получится. Так, тут у нас мячик. Давайте его разрежем. Будет ли звук? Интересный. О,
Все получилось. Смотрите, где капкан. Сматываемся. У нас мяч лопнул. Бабка в футбол сегодня не поиграет. Так что будем ее еще чем-нибудь раздражать. Давайте здесь пошумим серьезным образом. А сами пока пойдем. О! Смотрите, я где? Я сюда железку загнал. Так, надеюсь, бабка меня не спалит. Все, идем дальше. Попробуем залезть сейчас на остальные кровати. Но здесь, конечно, сложнее сейчас будет. Бабка уже, наверное, идет ко мне вот сюда. Давай, быстрей. Лучше, конечно, забаговывайте бабку. Потому что... О, видите, тут нереально успеть. Ну, похоже, тело упало прямо на кровать. Потому что я у окна лежал. Так, так, так. Сейчас у меня небольшая фора есть. Я уже сразу бегу к вазе. Давай быстрей. Бабка не успеет. Закрывай дверь. Так, может быть, здесь. Так, тут, видите, еще от удачи зависит. Ну что ж ты такой? Давай. Есть. Я успел. Смотрите, бабка там что-то дергается. Бабка, ты меня же видишь? Смотрите, ее что-то зацепило. Так, это уже интересно. А если я... А-а-а, хитрая. Смотрите, она дергается. То есть у нее с чем-то связанный баб. А, ну ладно. Я все-таки близко подошел. Она, оказывается, не может понять, что со мной делать. Дергается, видите, то туда, то сюда. Так, мы уже залезли на две кровати. Сейчас попробуем за эту жизнь залезть на третью кровать и пойдем залезать на диван. Но у нас она, скорее всего, уже грохнет. Поэтому заново зайдем. Ой, тут еще коробки мешаются. Вот здесь. Давайте. Так, все долго. Да, тут, видите, нужна сноровка некая. Не успел. Вот еще один бросок нужен был, чтобы залезть дальше. Так красиво тут даже. Видите, этот ролик показывается с новыми текстурами. На обзоре мода я вам это не показывал. Так, сейчас можете посмотреть. Вот новый сейф. Я все рассматриваю. Напал. Класс. Давайте заново и сразу к этой кровати. Так, у нас опять есть некая фора. Но плохо, что это первая жизнь. Она меня сейчас грохнет и придется ее вызывать. Там будет вторая жизнь. Ладно. Так, может быть, получится. Давай, резко. Видите, нас подкидывает. Тут... Это ужас. Я свалился опять вниз. Так, ладно. Плохо, что здесь не две вазы в комнате. А то бы я сейчас опять пошел с вазой в руках. Ладно, заманиваем стандартным способом. Канал отсюда видно, но не полностью. Так, картина не там висит. Так, Месси зашел, но никого не нашел. Можно было сделать ей глаза футбольные. Как будто она конкретный фанат прям футбола. Она же линзы вставила футбольные.
Так, интересно, Месси поиграет в этот мод? Он же тоже человек, он может даже в игры играет на телефонах. Между матчами он же должен как-то расслабляться. Так, куда бабка пойдет? Она пошла как раз на кухню. Ладно. У нас есть опять немножечко времени. Ну, это время мимолетное, потому что бабка очень быстро приходит. Давай, есть, ура. О, так она уже здесь. Буквально, видимо, за сотую секунду успел. Новый ремонт можем посмотреть детальнее прямо вблизи. Чистая простыня. Так, она не собирается уходить. Смотрите, она даже на кровати может убить. Прям вплотную к стенке подошел. Все, давайте пойдем к телеку. Так, у нас здесь даже в комнате открытый капкан есть, ура. Могу показать текстуру капкана. Ведь он сейчас железный, прям весь в шипах таких стальных. Так, 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 как нам сейчас попасть? Ой, здесь у нас конец. Смотрите. Мы бабку видим, а она нас нет. Так, успею. А, я что, на кровать кинул? Прикол. Вазу на кровать. Ладно, у нас, наверное, есть время немножко пробежаться. Все, бабка нас не спалит. Бежим, бежим. Так, у нас ничего нет. Заманиваем ее сюда. Потому что на диван тоже сложно залезать. Ой, еще нашумел здесь. Да, здесь вообще сложно будет. Давай. Ну, конечно, Месси пришел. У нас уже четвертая жизнь. Она сейчас будет, конечно же, выходить из подвала. И это прямо у дивана. Давайте как-нибудь ее выманим. Так. Ладно, для начала уроним картину, покажем себя. Бабка, я здесь. Все, показали. Коробки почему-то опять придвинуты. Здесь мы что можем сделать? Ну, можем уронить коробки. Конечно. То игра нас подставляет, то наоборот. Бабка, привет. Так, здесь уже железка не отпадет, видите, хорошо. Сейчас напрямую бежим к дивану. Надеюсь, успею. Почему с первого раза-то не запрыгивает? Давай. А, уже отходить начал. Ну, нормально, уже столько времени. Смотрите. Не. То ли здесь не слышно вазу. Ей. Не. Конец. Мы прям смотрим на телек. Ну, на диван я залезал уже. Поэтому хочу и вам показать.
Бабка мешается, надо было ее забаговать. Так. Сейчас пошумим здесь, чтобы и далеко опять шлось. И вот. Надеюсь, все получится. Она очень много времени дала. Тут у нас темненький подвал. Так, давайте еще раз пробовать. Может быть, в эти пятые и четвертые дни нельзя залезть на диван, потому что игрок хромает. Так, подожди. Ну давай. Чуть-чуть же не хватает. Давайте ее забагуем. А, нет. Давайте посмотрим. Тут, кстати, все красивенько. Даже в этой сцене. Кстати, один глаз съехал в бок. Давайте все-таки бабку забагуем, чтобы нам легче было залезть на диван. Надеюсь, получится. А то она совершенно мешает. То есть, видите, нужно ее очень серьезно загонять далеко, чтобы она не пришла. Забаговывание будем применять самое легкое, когда она разворачивается. Ой, не услышала. Так, ладно, ближе кидаем. Как разворачивается, сразу вылезаем и залезаем. Так, но только чтобы она вас не увидела, надо быстро делать. Так, бабка. Нет, не получилось. Она просто наше вылезание слышит, поэтому разворачивается и может глюкануть. Так, она сама себя боится. Она дернулась, когда капкан закрылся. Все, забаговалась. Берем. Да, бешеные глаза. Давайте возьмем вазу. И к дивану. Так. Что за чудеса? Ваза улетела прям за километр. Смотрите, здесь какой-то творится ужас. У нас так вазы же не улетали, когда мы бабку не баговали. Нормально, как тогда играть? Ладно. Так. Ну, что ж такое-то? А, давайте прям ближе к стене. Ее тут легче брать. О, залез. Но залез не полностью на диван, а на его краешек. Так, дотягиваемся. Ура. Что ж ты? Прикол, просто не хочет. Диван стал выше.
О, мы достаем даже в километре. Интересно. О, все, залезли, ура. Все, класс. Ну-ка, достанем. Достали. Просто наверх-то можно залезть? А, постоянно придется падать. Бегать за ней. О, смотрите, прям на дужку дивана залезла. Да, тут, наверное, на дужку это еще сложнее. Так, ну все равно можно попробовать. Все, улетело. Ладно, ну по крайней мере мы на диване. Давайте на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Пробуйте также. С вами был Топси. Всем пока.